денежные средства фигурант получал в автомобиле заявителя. Данный факт задокументирован. И возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 368 части 2. Санкция по данной статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы и лишения права занимать руководящие иные должности в течение 3 лет, плюс конфискация имущества. То есть, в простонародье говоря, был задокументирован факт отката за право выполнять бюджетные работы, с которым мы сталкиваемся практически в каждом районе, в каждом городе, в каждой сфере.